Всероссийский молодежный творческий конкурс «Образ Петра Великого» принимает заявки на участие. Он организован Российским военно-историческим обществом и проходит при поддержке Минпросвещения России. Конкурс приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I. Участвовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, граждане Российской Федерации, в том числе проживающие за рубежом. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте великийпетр.рф, выбрать одно из направлений и прикрепить от 3 до 5 качественных фотографий или видео своих творческих работ. Авторы могут представить по одной заявке в каждом из направлений. Стрит-арт произведения, к примеру, граффити или инсталляции. Новые формы — это работы с использованием IT-технологий, видео и анимации. Живописные, скульптурные и литературные произведения, а также декоративно-прикладное искусство. Прием заявок продлится до 1 июня. С 19 июля по 15 августа участники, успешно прошедшие первый этап, должны будут предоставить оригиналы своих работ на второй этап конкурса. Результаты объявят 15 сентября. Среди конкурсантов 14-17 лет победители в каждой номинации получат планшеты. А лучшие из участников в возрасте от 18 до 35 лет будут награждены денежными призами. Кроме того, всех победителей пригласят в качестве почетных гостей на одну из всероссийских молодежных общественных площадок –